Привет, друзья! Сегодня мы будем пробовать чешско-украинское блюдо. Называю его чешско-украинское, потому что оно популярно очень на Украине, считается украинским. И впервые я познакомилась с ним, когда была в Чехии. И что-то захотелось мне, навеялись какие-то воспоминания, и я решила приготовить сегодня с вами кнедлики с грибной мочанкой. Мочанка – это подлива, соус, он может быть абсолютно любым, но в данном случае, я думаю, это самый классический, самый вкусный. Ну, кто не любит грибы в сливках и, в общем, всякие нямочки такие вкусные. В общем, поехали. Нам понадобятся грибы, мука, соль и перец, а также картофель в мундирах – основной ингредиент нашего блюда, который был ранее отварен и почищен. Яйцо. Одного нам будет достаточно для нашей порции. И последний ингредиент – молоко. А также в кнедлики я добавлю свой маленький секрет – это приправа жареного лука. Я очень люблю эту приправу. На самом деле вы можете самостоятельно приготовить жареный лук или сделать какие-либо другие вариации по начинке и по содержанию теста самого кнедлика, но это уже все ваша фантазия. Для приготовления теста нам понадобится обычная терочка, мелкая ее сторона и миска. Нам нужно сейчас измельчить, натереть картофель в мундирах на мелкой терке. Вернусь к вам, как только эта процедура будет закончена. Итак, картофель мы уже измельчили на терке. Как вы видите, я уже добавила сюда яйцо. И сюда же сейчас, в это же время, я добавляю приправу жареного лука. Также это тот момент, когда вы хотите добавить все необходимые ингредиенты для вашего кнедлика, потому что из этого теста мы будем формировать кнедлик. Сейчас мы немножечко вымешаем это тесто. Кстати, обязательно еще поперчите и посолите. Это именно та точка, когда мы должны это сделать. Лишний перец черный здесь не будет. Он придаст более такой грубый и вкусный, характерный вкус кнедлика. Как только масса доходит до однородной, мы добавляем тесто. Тесто добавляем немного, сколько возьмет. Можно брать также муку грубого помола, она придаст такой более национальный колорит этому блюду. Вернемся с вами, когда я уже вымешаю тесто вместе с мукой. Итак, тесто готово. Сейчас мы откладываем его буквально на 10 минут в сторону, чтобы оно отдохнуло. А мы тем временем займемся мочанкой. Нам понадобится ингредиент дополнительный — масло. Это то, о чем я не упомянула. На этой сковороде мы обжарим сейчас горсть грибов. Ну или столько, сколько вам нужно для вашей порции, для вашей семьи. Если вы любите их больше, если вы любите их меньше. Значит, первая наша цель — это растопить масло. Значит, что касается самих грибов, это могут быть абсолютно любые. Как бы по рецепту желательно, конечно, так как это все-таки украинское блюдо считается, хоть оно и чешское, то это из белых грибов. Но абсолютно подойдут и шампиньоны, и любые грибы, которые у вас, лесной сбор или микс, который у вас есть дома. В данном случае я буду использовать шампиньоны мини Беллас, которые называются. Они такие коричневенькие немножечко и более крупные. Их я буду обжаривать на масле. Сильно не хочу перегружать сковороду, чтобы они не начали пускать слишком много. В принципе, грибы дошли до той кондиции, которая нам нужна. Я их откладываю в сторону. Если вы делаете все на одной сковороде, то переложите их просто в другую посудину. Сейчас у меня здесь уже со сливочным маслом сковорода.
которую мы насыпаем, буквально ложечку, столовую ложечку муки. И перемешиваем. Перемешивая, выжариваем муку вместе с маслом. Чем больше будет муки, тем более густая мочанка у вас получится. Ну и все, конечно, зависит от вкуса и от ваших предпочтений. Вот, она должна стать такой коричневенькой. Приятного такого цвета. Отлично. Отлично. Я еще даже капельку добавлю. Капелюшечку. Капелюшечку. Теперь мы добавляем сюда немного молока. И еще немного молока. Впоследствии вы можете также добавить немножечко сливок. Но я буду делать это только лишь с молоком и сметаной, которую я тоже забыла упомянуть в списке ингредиентов. Делаем это на небольшом огне. Добавляем сметану. Кто-то может добавить сливки, то, что предпочитает, но у меня сметана достаточно жирная, 14%, что практически можно сказать, как сливки. Если вам не хватает в вашей подливе более такой вот, чтобы она была более жидкая, добавляете просто жидкость, молоко. Итак, у нас пришло время погрузить сюда грибочки. Так, сейчас время присолить немного. Солим мы буквально одну щепотку. И оставляем томиться на небольшом огне 10 минут. А тем временем мы перейдем непосредственно к подготовке наших кнедлов. Мы ставим на огонь кастрюлю с водой и готовим водяную баню. У меня специальное приспособление, у меня их несколько, но вот это самое подходящее будет. Подставка с ножками на дне, что дает, в общем-то, высоту. И в то же время, когда мы выложим кнедлики, закроем крышку, они будут делаться на пару. Итак, пока вода будет готовиться к закипанию, мы будем формировать наши кнедлики. Кстати, предварительно еще, что хорошо, вашу формочку для, куда вы будете выкладывать кнедлики, желательно смазать вот вашу водяную баню, чтобы они не прилипли. Так, все. Значит, кнедлики можно делать разные. Кто-то делает круглые, кто-то делает домиком, потом нарезает их после заготовки и поливает, в общем-то, подливой. Я буду делать маленькие шарики. Значит, можно работать влажными руками, можно работать руками, которые вы немножечко с мукой. Так. Вот такие шарики. Чем меньше будут шарики, тем быстрее они приготовятся. И тем, в общем-то, они удобнее будут для сервировки. Если вы делаете, например, для гостей, несколько таких шариков, и выглядит эстетично, и вам потом не нужно лишний раз нарезать, например, если делают часто большие кнедлики, потому что, в принципе,
Вот в Чехии делают большие такие, вот они прям такие большие-большие. Украинцы, и они круглые, как правило. Украинцы делают, как правило, большие, но они их режут потом. Мы, чтобы не резать, мы делаем маленькие, они быстро будут готовиться. Их в одночасье много сможет поместиться на один слой нашей кастрюли. В общем, формируем такие шарики. Много муки не используйте, потому что ну, они не должны быть тяжелыми, они должны быть воздушными и такими легкими. Так, у нас прошло 4 минуты. Давайте полюбуемся, какие у нас красивые шарики. Они капелюшечку подросли. И они вот прям приобретают красивый вареный вид. Класс, ням. Вы знаете, очень часто в кмедлыке ложат абсолютно разные неожиданные начинки. Но самые классические — это бекон, колбаса, сыр, лук без всех цветов. Овощных я не встречала. В основном они такие мясные, с какими-то такими вкусными нотками. Есть даже сладкие кнедлыки с изюмом, с курагой, там, с разными такими сладостями. В общем, фантазии нет предела. Фантазии нет предела. То есть это может быть как самый бюджетный вариант, то есть без ничего, то есть даже без лука, то есть просто кусочки теста. Также это может быть там самый лакшери вкус. Это все на ваше усмотрение и на ваш вкус. Итак, у нас время уже подходит. И слюни начинают уже просто вырабатываться невероятной, с невероятной быстротой. Время пришло. Время пришло. Выкладываем наши кнедлыки. Да, маленькая вилочка, то не соскальзывают почему-то. Угу. Можно было больше муки, как я сейчас вижу. Времечко. Ох. Ох, это божественно просто. Божественно. Так, надо срочно снять пробу. Срочно. Перед всеми. До того, как все будут пробовать это. Я не знаю, разве это может быть невкусно? Ям. Приятного аппетита, кушайте с нами. Ай, как долго, блин, еще ждать надо. All you need is love, love. Love is all you need.